Здорово, снова будем 3-4, снова мы ее делаем. Посмотрим, что на этот раз. Итак, БМВ 34. Снимаем потолок. Чтобы снять потолок, сначала откручиваем все ручки. Вот они у нас лежат. Наши ручки. Два болта и все. Потом, чтобы снять, где кнопка люка, просто чуть-чуть вот слева с конца, вот, например, вот у нас здесь, да, вот так. Вот тут слева, где кнопка, чуть-чуть поддеваем ножичком или чем, и она вот так, можно сказать, отойдет. Потом я еще снял крышку вот здесь от лампочек. Лампочек там не оказалось. Сейчас будем снимать вот эти крепления. Здесь, здесь и здесь. И продолжим сейчас. Так, чтобы открутить вот эти верхние, то, что у нас здесь было, тут идут болтики с головкой Т15. Берем их, так сказать, откручиваем. Опа, потолок уже начал отходить. Так, смотрите. Еще самое главное. У кого здесь стоит подсветка, тут при откручивании есть вот такое соединение. Самое главное, не дергайте сильно. Сейчас. Вот так. Вот сюда он подключается. Это работает на открывание. Вот достали. Потихонечку отсоединили, что здесь, что вот сейчас здесь мы сделаем. Одной рукой, конечно, не получится. Потом вот так отжимаем верхнюю. Тут идет фишка. Так, вот наша лампочка верхняя. Вот наша фишка. Сейчас здесь отсоединим. Будем снимать потолок. Получается, весь потолок мы сначала я начал сзади, потихоньку начал вот тут концы, где идут левые бока, на себя вниз отталкивать, вот так потихонечку отошел. Потом я взял вот здесь, где конец люка, тоже чуть от этого отогнул вниз, получается, и вот где ручки идут, тоже на себя взял, он тоже сошел. Так, сейчас давайте, блин, голову держим, главное, чтобы он не сломался. Так, все, потолок сняли. Вот получается эта фишка. Вот она сама получается идет. Тут у нас что? Тут у нас, смотрите, ржавое что-то. Походу тут протекало, может, или что? Сейчас давайте вынесем потолок наш в Алькантаре. И будем смотреть, что у нас тут сверху. Так, вынес потолок. Вот наша немецкая Алькантара. Уже была к нам с Германии. С третьего колхоза. Не знаю, что это. Типа как бархат или что. Ну ничего, по приколу смотрится. Обшивать не буду. Я какое-нибудь средство куплю, отмою. Ну, тут, видите, чуть-чуть маленькие следы. Грязи там это. Время все занимать. Ну, не знаю, может, если найду там что-нибудь.
кожу. Так, вот на чем у нас держался потолок. За щелки идут. На некоторых нету. Так. Вот он наш такой грязненький. Так, сзади. Вот сзади держался на чем. Ни на чем. Ну как сказать. На чем он сейчас держался, сейчас вы увидите. Эти хренюшки остались там на потолке. Вот они. Вот эти хреновины, на которых держался потолок. Надо будет их снимать и клеить. Хорошо, что там есть, так сказать, пазы. По пазам поставлю. Вот это что такое еще? Вот здесь какая-то крышка сливная. Так, сейчас. Вот пазы, какая-то крышка сливная. Тут герметик наложен. Вот он, можете видеть завода. Вот сам наш, так сказать, противоотливная система. Шланги, которые были не закреплены, которые вот так сходятся. Сейчас там спереди он так, я его пальцем задел, он отошел. Поэтому, так сказать, наверное, протекало. Так, ну что еще интересного? Так, проводочки наши. Вот тут видно будет, не видно. Ну там, короче, пыль, грязь. Это противотливная система, которая идет слив. Здесь вода скапливается, ну отсюда проходит. И слив сходит. Ненадежная, я так думаю, система. Здесь могли бы как-нибудь завихрение сделать, чтобы еще вода в салон не пошла. Ну, не знаю, может, инженеры были когда-то тогда умные, но сейчас много других идей. Так. Вот обшивочка. Вот наши крепежи, на которых держался передок. Здесь, видите, нет, там остался. Здесь вот. Пылюга. Это от кнопки люка. Это от этих, от лампочек, хрен лампочек. Вот, смотрите. Хоп, сходит просто пальцем. Так. Не знаю, может, буду полностью менять вот эти шланги. Прямо отсюда и до конца. Не знаю, об этом еще не думал. Так, еще один вопрос. Почему вот эти ржавые? Кто знает, скажите. Смотрите, тут, ну, более-менее, а тут, смотрите, сильно ржавые. Может, вода где-то проходит. Через резинку наверху на люке. И здесь такая же схема. Тут чуть-чуть. А тут уже вот так. Сильно тоже ржавчина. Моторчик сам люка. Опять проводка. Ну и все. Ничего, так сказать, такого экстравагантного, интересного нет. Евро не нашел. Я думал, может, в Германии тут бывший хозяин евро оставил. Хотя бы 100 евро. Не нашел. Монетку нашел какую-то там. И все. Так. Вот так. Вот так, вот так. Потолок я пока не ставить не буду. Так, что-то тут мокренько у нас. Вот. Не вода, что-то маслица или что-то. Ну, это подстрю сейчас. Потолок буду ставить в самом конце. Потолок, обшивки вот эти. Вот эти, вот эти. Самое главное сейчас собрать салон. Сиденья поставить. Там коврлан докрасить. А потолок это в самую последнюю очередь буду ставить его. И кстати, да, потолок только выносить через переднюю дверь. Либо через левую, через правую. Получается, боком нагинаете и вот так выносите. Через заднюю, ну не знаю, никак не получилось. Может, у вас получится, но у меня не вышло. Так, вот что сегодня замутил. Вклеил багажник шумкой. И сверху теплоизоляции. Там же здесь. Сбоку. Здесь пока еще нету. Надо будет докупить шумку. Уже кончилось. И вот здесь еще по кружку обклеить. Здесь вот прошелся. Так,
Давайте сейчас еще посмотрим. Так, поставил уже эти пластмасски, блоки. Вот эти все острые углы. Шумку задел, чтобы еще закоса с проводом не было. Так. Все уже закрепил. Поставил на свои места. Также воздуховод уже поставил. Кое-где вот этот теплоизоляцию тоже поставил. Тут тоже все сделал уже. Все как положено проложил. Плюс. Здесь тоже все уже заделал. Уложил провода в эту внутрь и закрыл вот крышкой. Все как положено. Потом то же самое здесь сделал. Проводку уложил. Снял ремни. Надо будет их помыть. Снимать очень тяжело. Откручиваем вот этот болт. Вот здесь планку. И вот здесь болт. И все, ремни сняты. Ну, и так же, как вы видели, сегодня еще потолок снял. Пылесосом продувал все сливы, там внутри. Все-все везде. Где была, так сказать, пыль, грязь. Вот так. Так, ну я показал то, что все сделал. Также продолжается еще сборка салона. Смотрите. Комментируйте, задавайте вопросы, помогайте, так сказать. Я вопрос тоже задаю. До скорого. До новых встреч.